Стреляющая раскладушка на завтрак. FMG-9 на базе пистолета ZFOS-9. В 2008 году концепция складного пистолета-пулемета FMG-9 Folding Machine Gun на основе модели Glock 18 произвела сенсацию во всем мире, а также вызвала огромное разочарование, когда вскоре проект был отложен на полку. В 2019 году компания ZF Technologies, известная производством деталей и аксессуаров для пистолетов Glock, решила вместе с Макпал объединить детали собственного пистолета ОС-9 с уникальным отделяемым от рамки блоком ствольной коробки. Для гражданского рынка представлены сразу две нестреляющие очередями модификации FMG-9 – Folding Defensive Pistol 9 FDP-9 и Folding Defensive Carbine 9 FDC-9. Благодаря подпружиненному механизму перевод FMG-9 из транспортировочного положения в боевое происходит практически мгновенно. Ручку для переноски можно снять, чтобы сделать оружие еще более компактным. Оружие рассчитано на применение патронов калибра 9×19 и стандартных 17-зарядных магазинов Glock. Пока непонятно, как эти модели будут классифицированы в США в соответствии с правилами АТФ, будут ли они продаваться как пистолеты или как СБР, Short Barrel Rifle. Планируется, что продажи FEDJA PC-9 начнутся только в 2022 году. Оружие будет распространять ZF. Цена пока не объявлена.